«Ни дня без танца» – с таким девизом живет позитивный мальчик Рома. Ему всего 9 лет, а он занимается и народными танцами, и успевает ходить в цирковой коллектив, и успешно осваивает брейк-данс. Рома третий год учится в студию «Апрок Студио» центра «Ровесник». У меня затянуло, мама мне туда, повела на брейк-данс. И мне, один раз я показал, мне понравилось вообще так. А популярен ли брейк-данс сейчас? Ответ один. Безусловно, не зря его признали олимпийским видом спорта. И Рома, узнав о таком событии, теперь стремится попасть в сборную России. Для этого много тренируется и совершенствует навыки. Всякие сальто я научился, боковые я два тоже года учился, это очень сложно было мне. И фляков у меня есть рекорд, это 32 оборота. Ловкие движения, вращения, ритм и драйв – все это про брейки. А какой адреналин испытывают танцоры от батлов, не передать словами. В брейк-дансе главное чувствовать музыку и свое тело. Поэтому этот вид танцев как нельзя лучше раскрывает индивидуальность. Если сравнивать его с другими танцами, это в первую очередь, наверное, индивидуальность и самобытность брейкинга. То есть мы не учим танцевать всех одинаково. Мы стараемся добиваться того, чтобы каждый ребенок мог найти какой-то свой подход к танцу и мог придумывать свои движения. То есть чтобы он как-то выделялся на фоне остальных детей. Брейкинг Балакови набирает обороты. Это видно по достижениям танцоров в студии. Рома на каждом соревновании занимает только призовые места. Сейчас мальчик готовится к выступлению в Москве, где лучших отберут для поездки в Китай. А недавно в Инстаграме его талант заметили организаторы чемпионата по брейкдансу в Майами и пригласили на батл в Америку. Я заметил сразу, что у мальчишки очень хорошие данные физические. И начал очень много времени в него вкладывать, потому что реально, парень делает и схватывает все на лету. Очень много ездим, очень много в последнее время занимает призовых мест, также первых мест много занимает. Юный танцор уверен, впереди у него еще много побед. И самое главное из них – это Олимпийские игры. А потом Рома планирует передавать свои знания другим, потому что решил пойти по стопам своего тренера. Танцевать брейк-данс – это вообще классно. Из-за этого я хочу стать тренером. Брейкданс – это не просто танец, а стиль жизни, искусство, способ самовыражения. И он развивает не только физическую подготовку, но и мышление. Брейкинг по силам каждому. Нужно лишь поверить в свои силы.